3 года в рамках проекта «Базовые школы Российской академии наук» тамбовские общеобразовательные организации посещают выдающиеся академики и профессоры страны. В этой программе участвуют 4 учреждения. Это 6-й, 14-й и 29-й лицеи, а также гимназия номер 12. В этот раз лицей номер 14 посетил российский ученый в области технологий безопасности профессор РАН Роман Мещеряков, который провел лекцию по актуальным вопросам информационной безопасности. Проекты, которые были реализовывались, они ходят под водой и летают в космосе и участвуют в помощи людям с ограниченными возможностями. Ну а сейчас они больше работают на сохранение здоровья, жизни, обеспечение безопасности граждан, людей, школьников, сотрудников и прочих людей, чтобы нам жилось удобнее, качественнее, приятнее. Потому что я все-таки с того рода, которые хотят свои творения пощупать руками, что-то создать, потворить, покрутить, чтобы это бегало, ползало и помогало людям или, наоборот, мешало им. В рамках проекта преподаватели тамбовских образовательных учреждений также посещают всероссийские конференции, где обмениваются опытом с учителями из других школ России.